Глава Чувашии с официальным визитом находится в Челябинской области. Михаил Игнатьев и губернатор Борис Дубровский подписали соглашение о сотрудничестве. Во время рабочей встречи обсуждали создание конструктивной площадки для обмена опытом в сфере бизнеса. Глава Чувашии заметил, в создавшейся экономической ситуации, вызванной санкциями, развитие горизонтальных связей между регионами приобретает особую значимость. Челябинскую область интересует продукция предприятий электротехнического кластера. Глава Чувашии подчеркнул, что 20% организаций предприятий республики производят инновационную продукцию. Электротехнические предприятия региона занимают порядка 40% на рынке защиты энергообъектов Российской Федерации. Продукция предприятий республики востребована в топливно-энергетическом комплексе, автомобиле, судо- и авиастроении, железнодорожном транспорте и других отраслях. Кроме того, на встрече обсудили реализацию социальных программ в регионах, особенно в области строительства. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве при реализации такого масштабного проекта, как строительство высокоскоростной магистрали. Главы регионов также обсудили вопросы развития социальной сферы. Михаил Игнатьев и Борис Дубровский подписали соглашение между правительством Челябинской области и Кабинетом министров Чувашской республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, закрепляющем основные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия.